вышли на прогулку в лесок. Сегодня тепло на улице. Там вон спереди животные побежали. Вон стоят. Белые жопки показывают свои попки. Че это назад бежит? Че там выхода что ли нету? Они нас услышали, наверное, побежали. Ну, мы сейчас постоим, посмотрим. Может вернуться. Там, видать, какой-то забор пройти не могут. На улице примерно около 10 градусов. Ух, как они прыгают. Ух, как они прыгают. И все, пошли в лесок. Тут потому что везде это участки людей, ну такие как дачи. И поэтому везде заборчики стоят по пояс. Сетка или веревки. Ну, палисадники большинство, как здесь. Мы на велосипеде катаемся. Сейчас просто там внизу велосипед оставили. Подняться решили. О, еще пошли. Еще четверо. Там молодые какие-то. Что-то я их даже не заметил. Блин, жалко, что телефон с собой. Я не могу сильнее увеличить, показать поближе. Опа, опа. Опа. Как они прыгают так легко. 1 января 22 год. На улице у нас примерно от 10 до 15 градусов. Катаемся на велосипеде. Поехали с пацаном кататься. Тут такая вот территория. Вокруг, как сказать, фермеры. Березки стоят красивые такие вот. Здесь вот за лошадьми люди ухаживают, где они своих лошадей держат, тренируют. Катаются вот так вот. А мы идем туда вперед на гору. Скоростная линия здесь проходит. Поезда здесь ходят до 200, может быть и выше. Это вот туда идет в сторону Брюссель, Гайдельберг, а в ту сторону Штутгарт идет. Мы сейчас вот на ту горку хотим подняться. Там площадка для детей. Отдохнем, погреемся на солнышке и домой потом. Еще один летит! Ох, как они летят! Подняюсь на гору. Здесь склон такой. Камера сейчас не показывает, но здесь очень много ящериц, которые греются. Я когда подошел, присмотрелся, увидел много. Сейчас вы, я надеюсь, вы не видите ни одну, потому что они не двигаются. Если начну подвигаться ближе, они побегут все. Вот скажем, здесь я 3 штуки вижу. Все, они в щели прятаются. Все, все. Вот кучка сидит, греется. О, убежали, убежали. Спрятались, теперь выглядывают опять. О, пошла, пошла, пошла. Ох, какой мальчик. Как сработал быстро. Достать не может, он взял ноги, закинул наверх. И пошел. Я прошелся, скользит, надо руки мочить, чтобы не скользить. А ему тем более тяжело. Ничего, справляется активно, хорошо. Идем дальше искать место. Мы сейчас высоко на горе здесь. Там внизу ущелье, где этот поезд проходит, где мы смотрели. И куда-то там вперед у нас наша деревня находится. Километров около 10 мы проехали сюда.
И будем гулять здесь. Ой, идет поезд опять вон. Не видно, но слышно. Мне-то видно, а вам не знаю, видно или нет. Тут большая такая вот городок, или я скажу, это все деревня. Там еще одна деревня. Это Обердердинген. А мы здесь прогуляемся, посмотрим, что здесь есть. Следующее, вот такое вот, перепрыгивать. Но что-то не очень высокие перепрыгивать. Я попробовал. Невозможно. Во-первых, если разбегаться и прыгать через них, тут слишком мало места между ними. Хотя бы 2 метра должно быть, чтобы ты успел опять оттолкнуться. Ну, я не знаю, как это возможно здесь. Ну, спортсменам, может, каким-то возможно. Но я не спортсмен такой. Народа много. Я думал, что будет после Нового года люди лежать дома, отходить после обжираловки, после пьянки. Но нет, здесь много людей в лесу гуляет. Здесь стоят турнички такие. Вот здесь следующее. Такой тренажер. И тут вот грязючка. Ходить можно по лесу. Где листья, хорошо еще, а где вот углубление, там вообще грязюка такая. Ну, хорошее здесь место, такие деревья высокие. Бук есть здесь, сосновые. Здесь поставили уже по ростам меньше. Можно уже мне спокойно бежать. Или просто идти перешагивать. А те высокие были тоже не для меня. Мальчик поймал дикого кабана, сейчас разберется с ним. Позади наша дорога, которая ведет к крепости нашей. А вот и наша крепость. Мы добрались. Кто мне скажет? Похоже на вешенки. Но это что-то темные такие. А здесь побольше. Это уже больше похоже на вешенки. Came the house. Все уже. Солнце село. Закат. И мы сейчас домой, в ту сторону. Обеда. Погодка тоже такая нормальная, хорошая. Стоим под мостом здесь, у нашей деревни, там где-то спереди она. Первые 2 дня мы со старшим пацаном катались на велосипедах в окружности здесь. А сейчас еще 2 дня, вот сейчас сегодня последний денек, гуляем, ходим. Отец говорит, ну нагуляешься, намучаешь ты их, что они домой приедут и будет потом отходить на диване, потом валяться. А чё они дома? Мало двигаются. А со мной и с отцом они хоть погуляют, подвигаются. Вечером сестра их заберет уже. И у нас потом тишина будет дома опять. Спокойная жизнь.